Адвокат Юрий Грабовский отказался от защиты россиянина Александрова, Александра Александрова или Александрова, по разным данным, незадолго до своей гибели. Запись показали на брифинге главного военного прокурора Украины Анатолия Матиаса. Запись следователи обнаружили в облачном хранилище. По версии следствия, сервис зарегистрировал один из подозреваемых в убийстве защитника. Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно? Вы поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. На видео юрист выглядит измученным и уставшим. В прокуратуре заявили, что обнаружили несколько видео, но обнародованный ролик – самый важный из них. Напомню, адвокат пропал в начале марта. В минувшую пятницу стало известно, что Грабовского застрелили. Его тело нашли в Черкасской области. Как утверждают следователи, подозреваемых задержали. По словам главного военного прокурора, теперь цель – найти настоящих заказчиков преступления. Напомню, Грабовский представлял в суде интересы россиянина, задержанного в мае минувшего года в Донбассе. Уголовного производства, которое пребывает...